Сорян, отключился не с начала игры. Убил одного бота. Ну вот мы сюда только прыгнули, пока на тише. Забыл подключиться. Так что ничего страшного, я думаю. Минус один фраг, не увидели. Фраг как фраг. Ну чё, неужели никто даже не поплавает, что ли, сегодня? Ёшкин, как же скучно. Ни одна гнида даже не плывёт. Пострелять не по кому. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так не играю. Чё, тыщ. Ля ты крыса! И ты крыса тоже! Стиллеры вонючие. Ну пипеч. Всех убили моих вкусняшков. Это были мои вкусняшки. Как вы посмели убить моих вкусняшек? Там же было написано, это мои, это Олега Смирнова. Нельзя их убивать, он их застолбил. Они ему нужны, они придают ему сил. С каждым убийством он сосет из них кровь и восполняет свое ХП. Потому что я кто? Потому что я вампир. Вот это поворот! Вампир, который вот из этих там... Ну, короче, из Дракулы, ладно. Который, бля, это в летучих мышей превращается такой, перелетает летучими мышами темным облаком, потом опять становится в человека. Вот такой я из Дракулы там. Ух, сколько крови я сейчас впитал! Сколько я зарезал, сколько перерезал. И тут стервятник бежит на мой любимый доцент. 4x. Этот крысёныш бегает за мной, блядь, след, тропит меня, сука, как зверь. Я от него уйти никуда не могу. Он, блядь, стиллер вонючий, немецкий фашист, блядь. И тут сейчас Гитлер должен быть с таким высоким противником. По-любому. Куда я, туда и он, блядь. У меня обычно так кошка бегает за мной по квартире. Я посрать в туалет, она за мной посрать. Бля ты крыса. Я тут этого видел, хотел его, а меня этот отвлек другой. Я теперь не знаю, где этот, блядь. Этот крысёныш убивает. Этот крысёныш убивает. Съем-ка я большую аптеку. Нет. Здрасте. Вот теперь можно. Ну иди сюда. Вот теперь можно и Машку за ляшку, и козу на вазу, и вообще не ковыряй ты в носу. Так, иди сюда, Кьюба. Чё все обвесы слезли? А ну садись к папочке. Кто тут? Опа, вот это уже не бот. Да, это уже не бот. Сука, второй заметил. Этот спиной шел, я специально не стал следить. Думал, сейчас прослежу, короче. И в спину ему хуяк. Не тут-то бы.
Супер, ты, конечно, как ты делаешь? Всем привет, дорогие друзья и зрители! И мы играем с моим топовым модератором, с лучшим из всех лучших, Миндал! Можешь что-нибудь говорить? Да, Алан, я чеченец. Вот так он себя предоставил вам. Вот так он с вами поздоровался. О, я кьюбу нашел. Моя. Конечно, твоя. Сейчас я тебя расстреляю, понял? Ну иди сюда. Да что? Я хороший. Я никого не трогаю. Тачка. На прокачку. Нет, тихо. Шибко. Тачка едет. Олег, вон, сели. Высадили. Че, добиваем его, нет? Это туда, направо. А, он в домиках, Олег, он в домах. Он вышел из дома. Вот он. Я попал по нему. Он по мне тоже. Он в домике. Я поджимаюсь. У него М24. Будет моя. No problem. Метку поставил, вот он. Я его вижу, он в домик забежал. Да, в дом забежал. Я поджимаюсь. Я тоже. Все, молодец, Олег. Крута его тогда, я. Этого челика, друга его. О, М24, блядь. Я тогда забираю ее. А-а-а! Убей. Я труп не могу найти. Понятно. Олег, давай не будем вглубь идти, Олег. Да-да, машина. Тачка едет. Не стреляй по ней, забей. О, по ним работают с глушителя. Где-то эти пидоры сидят, значит. Ну, они дальше поехали. Они вон в хате, вон в той остановились. По ним кто-то стрелял рядом с глушителем. Значит, где-то сидят за... Это они стреляли. А нет. Я же говорю, в домах здесь люди. Где-то засада сидит по машине. Опа! Наверху! На 340! На горе. Какой-то будто... О, да, перед нами. Тихо. Молодец. Моток. Мотоцикл едет. На гору приехал. Его там сейчас встретят, оттуда долбили. А, что-то они не стали по нему стрелять. Но они там сидят. Сзади в домах челик пикает нас, Олег. Сзади в домах. Да? Да, челик. Понял. Вот в домике. Понял. Это не бот? Mm-mm. Нихуя не вижу его. Ну, он все равно побежит, его зоной выдавит. Я его тогда расстреляю попозже. Ну, все, он бежит. Вырубил? Там еще, что ли, значит? Ну, это один. Да, там еще друг есть у него. Но он друг сейчас побежит, он не будет его поднимать. Блять, а я не... Ну, на зоне, Олег. Я даже не вижу, где Олег, ты его вырубил. Побежали. В домике. Ну, значит, они там поднимаются. Скорее всего, они сейчас поднимутся, аптеку съедят и догонят нас в задницу. Надо их сразу... Они не успеют. Надо их закрывать. Смотри вот это, где 10 живых написано. Вот всё, от зоны. Все, мне дали килл. От зоны один умер, а второй не умер от зоны. Значит, его друг еще там. Это возможно. Но тут не забывай, перед нами еще челики должны быть. Угу. Упс, извиняюсь. Олег, ползи в зону. Походу без меня. Не-не-не, с тобой. Я не успею. Ползи. Ты реально в зону не успеешь? Нет. Ползу, блядь, но походу нет. Нокнулся раньше. Ну да, пока. Давай. Удачи. Приятно было поиграть. Тебе удачи, ты, братан.
Мне нужен смог. С тобой справа топает. За соседней стенкой. Шаги слышал. Да, вот он перед тобой. Ботинок сраный. Боже, как он меня испугал. Бусты, 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 кушай быстрей. Полную катушку пополняй себе. Чё у тебя? А, зона уже идет? Да, а чё у тебя за шлем-то? Второй или первый? Он второй. Второй. Он второй перед тобой еще целый. Тут передо мной вот тут еще челик был. Вот это он и есть. Ты главное не ссы, я с тобой. Я тебе помогу, подскажу где. Чё буст не взял? У меня есть, у меня их дофига. Ладно. Так, пока никого не вижу. Здесь у тебя в ангаре, походу, есть какие-то. На корточке кради, чтоб шаги слышать было. Ну тут никого. Они где-то около ходят. В самом здании никого, где-то тихо, рядом. Тихо. Вот, засядь в углу, короче. Вон там был угол. Дверь закрой за собой. Уйди, дверь закрой и сядь он в тот угол. Вот в этот, вправо у тебя угол. Вот, за ящика, да, вот сюда, во-во-во. Вообще идеально. Вот, пока сиди тут. Ля ты крыса, а! Бусты еще скушай до конца. Угу. Все, и давай через 20 секунд. Через 20 секунд выдвигайся в круг. 5 человек. Сложно. Они где-то взрывают друг друга. Сейчас дадим им еще время, еще 10 секунд. 10 секунд и потом двинемся. Пускай, может, они друг друга переубивают. Я боюсь, чтоб отсюда никто не зашел. Очень страшно. Очень, Олег, страшно. Да нормально все. Зона началась сводиться, без паники, спокойно. Двигайся на картах. Тихо. Двигайся на картах. Тихо. Выступай в зону, в круг, потихоньку на корточках, пошел. Вот, перед тобой. На картах. Вон он, ползает. Слева сидит. О, чел, да. Вот он. Да убей его. Я боюсь. Это должно получиться круг. А, тут мотоцикл, да, Олег, да, перед, да, нами, да, люди. Да. Слышу, уехали уже. Залутали дроп, значит. Вон они поехали. Значит, они вон уже... Вон он дальше поехал. Лутанули. Ну да, походу. Слушай, мы с тобой в центре зоны сидим. Чё-то мне это не нравится, братан. Нам надо от края играть. Гроза! А пятерок-то не... Ой, семерок-то нет. У меня есть. Слушай, мне не нравится, что мы с тобой в центре зоны сейчас сидим. Надо отсюда как-то выбираться. Либо здесь затаимся тогда, ждем сужения зоны следующего. Просто мы с тобой... Ну, семерки нужны. Так я тебе говорю, у меня их нет. У меня 25. У меня на карабине 25. Там я пятерок очень много скинул. Не, пятерки у меня есть. У меня 250. Вот. Опа, бот. Сзади машина у меня еще подъехала одна. А, мотоцикл. Тихо, они на дроп, тихо. Одного выходил. А я второго. Красавчик. Я иди лутай того, я этого залутаю. А вон Олег, он прям на открытой местности стоит. Вон он на метке за деревом бежит. Стреляем? Или давай ближе подбежим? Он в доме... Олег. Я думал, у меня СКС, но... А у меня... Он за домиком. Да, вижу. Пасу его. А, у нас в упоре челик. В упоре? Да. Да ладно. Так, ну в домике... А нет, подожди, но он смог кинул. Блять, ёбаная перезарядка карабина. Он перебежал. Да знаю, он за камнем. Он читак, Олег, это читак. Он с пулемета зажимает.
меня вообще с другой стороны ног. Это читак. Это читак. Он мне в голову всадил. С этого пулемета обдолбанного. Тащи. Я есть груд. Вижу твой пушок через дырку в лопушок. Идите вы нахуй, короче! До свидания, блядь. Тащи. Я в тебя верю, Олег. Добей. У меня в доме еще сидит в поле один. За стенкой. В зону надо. Ран накидаешь. Он убежит. Он в доме. Красавчик! Ох, на карапалях выжил. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылка на Мидла будет в описании.